В Центре культурных инициатив «Югор» сейчас представлены персональные выставки двух известных фотографов – легендарного российского фотографа, а также писателя, поэта, журналиста и путешественника Юрия Роста и одного из самых известных и ярких современных французских мастеров – Жерара Юфера. И если первая экспозиция полностью отдана портретному жанру, это читается даже в ее названии – групповой портрет на фоне мира, то вторая – «Материя грез» – позволяет заглянуть за кулисы высокой моды. Любовь Лапина подробнее. Юрий Михайлович Рост – это имя среди фотографов и литературоведов практически культовое. Моменталист, журналист, писатель, актер и даже член попечительского совета одного из крупных благотворительных фондов. В свои 77 лет он уже прекрасно знает, о чем говорит и что именно хочет поведать миру. А мысль эта проста – нужно любить. Именно этот посыл – лейтмотив всей его экспозиции. Групповой портрет на фоне мира – это размышление о любви и понимании, ведь, по сути, это единственные возможные способы постижения этого мира, уверен автор экспозиции. В ней самой больше 80 черно-белых портретов, людей самых разных, как хорошо известных, так и самых простых. Но самое главное между этими лицами – вот это буйство красок. Портреты не просто людей, а самой настоящей живой планеты. Это уникальные, практически незатронутые деятельностью человека районы планеты. Королевство Мустанг, Гренландия, остров Пасхи, Антарктида, Исландия, Галапагосы. Все это сопровождается поэтичными текстами самого автора. Писательский дар вкупе с мастерством фотохудожника воздействует на зрителей именно так, как и хотел сам Юрий Рост. Между нами не должно существовать никаких границ. Мы их сами себе придумываем, складываются какие-то стереотипы о том или ином народе или о том и другом человеке. Но мы должны искать взаимопонимание, мы должны любить друг друга, уважать, ценить. Функция человека на Земле – жизнь, она же и является смыслом. Поиски иного смысла жизни – лишь попытка оправдания своего существования в то время, когда ушла любовь, и ты более не нужен природе. Это слова Юрия Роста, которые сопровождают его экспозицию. Задача человека – это поиск и сохранение любви. Сказать, что я в восторге – это вот ничего не сказать. Потому что давно хотела прийти на эту выставку. Была в Москве, не попала. Наконец-то, как хорошо, что эта выставка приехала к нам в Сыктывкар. Я впечатлена, это вот такие образы. И если проект российского фотожурналиста более философский, то вторая выставка от француза Жерара Юфера, хоть и продолжает тему любви, но в его исполнении она носит все же более материальный характер. «Материя грез» – это признание в чувствах миру моды. 20 черно-белых широкомасштабных снимков рассказывают о закулисной жизни красоты. Это один из самых известных современных французских фотографов. Он сотрудничает с такими изданиями, как «Нью-Йорк Таймс», «Фэшн», «Мэри Клэр», то есть достаточно такие популярные мировые журналы. Жерар Юфера неоднократно был награжден мировыми премиями. Помимо своей такой основной деятельности, фотожурналист, он также портретист, у него есть разные проекты, разные творческие искания, они выливаются в книги и в выставки. Эта экспозиция менее масштабная, комментариев от автора здесь нет. Впрочем, за Юфера говорят сами его фото. Чувственные, нежные, на грани света и тени. Глядя на эти снимки, понимаешь, красота на самом деле способна спасти мир. Любовь Лапина, Дмитрий Везерников, телеканал «Юрган».